Бахилы для обуви мотоциклетные Mad Bull Pro. Они поставляются вот в таком zip-пакете с застежечкой. Этот пакет пригодится в путешествии, чтобы туда грязное белье закидывать. У него есть дырочки для вентиляции, его всегда можно будет сдуть, чтобы он занимал мало места в кофре. Внутри будут лежать бахилы, которые нужны для того, чтобы ваши ноги не промокли, когда вы едете в вентилируемой обуви далеко куда-то. В чем смысл бахил? Вам не нужно ездить в непромокаемой обуви. Вы можете в длинных путешествиях использовать продуваемые боты, чтобы у вас не прели ноги. Но если вдруг становится холодно или мокро, или холодно и мокро одновременно, вы прям поверх своих мотоботов надеваете вот такие непромокаемые бахилы. В чем кайф именно этих бахил? У них полноценная подошва. Она не протирается подножками. Бывают бахилы, которые просто вот из такой ткани всю ногу облегают. Они очень быстро продираются подножками и продираются переключалкой передач. И ну, буквально там 200 километров они начинают протекать. Это крепкие бахилы, у них зона контакта с мотоциклом усилена. Здесь нормальная человеческая подошва. Здесь вот такая регулировочная стоит липучка для того, чтобы можно было поверх бот плотно их затянуть, чтобы они не болтались на ходу, чтобы вот этой резиночкой, усиленной частью, переключать передачи. И на этих бахилах есть две резинки. Одна вот здесь на подъеме, вторая в середине голени. Для того, чтобы их можно было плотно притянуть поверх бот, чтобы, опять же, у вас ветром их не било, чтобы они дольше прожили. Вот эта средняя резинка, это достаточно хитрая штука, потому что, в принципе, если носить бахилы по уму, то она не нужна. Что такое бахилы по уму? Это когда бахилы подеваются под штанину дождевика, чтобы вода, стекая сверху вниз по штанине дождевика, не затекала внутрь бахил. Поэтому бахилы надеваются под штанину дождевика. Но если вы не надеваете дождевик, а надеваете только бахилы для того, чтобы по пути на работу на скутере вам офисные брюки не забрызгало снизу водой от поливалок, то можно их надеть просто сами по себе, чтобы брюки остались чистыми. У вас будет резинка с пряжкой для того, чтобы можно было их надеть сверху на брюки, затянуть вот эту вот утяжечку, и они у вас не спускались вниз, не сползали, и брюки остались чистыми. Бахилы застегиваются на молнию. Молния защищена клапаном от воды с липучкой по всей длине. Соответственно, у бахил достаточно широкий вход для того, чтобы поверх даже туристических мотобот их можно было надеть, пяточку поднять и молнию застегнуть, и затем липучкой зафиксировать. При этом резинка, которая утягивает бахилу на середине голени, она остается с двух сторон от молнии, ее не нужно добавлять какой-то сюда было пряжки, не нужно, то есть тут все продуманная ситуация. У бахил сзади есть световозвращающий такой элементик, который будет светиться, когда к вам сзади подъезжает машина с фарами, то вот эти вот части будут прям вспыхивать ярко и обеспечивать вам некоторую пассивную безопасность. Бахилы для дальней дороги летом — это прям is a must. Люди, которые недооценивают полезность этих бахил, они очень многое теряют в жизни, потому что с ними ездить гораздо проще. Вам не нужно все время путешествия преть в какой-то мембранной обуви, не нужно преодолевать пустыню в громоздких каких-то совершенно непродуваемых ботах или резиновых сапогах. Вы едете в том, в чем вам комфортно, но если начинается дождь, вы надеваете бахилы, и вам продолжает быть комфортно. Вот такой интересный продукт от Mad Bull, который называется бахилы.